Мир вашему дому! Сегодня по народному календарю православных христиане празднует день Арины. По церковному календарю православная церковь сегодня чтит память преподобного Евмения, епископа Горкинского, преподобного Ефросинии в миру Феодулии Суздальской, преподобного Илариона Оптинского, мученицы Ариады Промисской Фригийской, мучениц Софии и Ирины Египетских, собор новомучеников и исповедников земли Владимирской и другие православные святые, имена которые вспоминают в этот день. Также сегодня православная церковь, сегодня празднует иконы Божьей Матери Молченская, Старорусская Целительница. Поздравляем всех с праздником, всех, кто родился в этот святой день. Желаем здоровья, счастья и благополучия. Светлая память в ушедшем мире иной.